Компания «Тонар» представила новую разработку – машину для перевозки рудных пород при добыче полезных ископаемых. Созданная техника поражает масштабами. Машина, созданная компанией «Тонар», обладает повышенной проходимостью. Она составит достойную конкуренцию автопоездам, которые сейчас работают на месторождениях. Объем кузова новинки – 79 кубических метров. Этот вот автопоезд полной массой 200 тонн и с грузоподъемностью 130 тонн будет работать в очень сложных условиях Сибири на добыче полезных ископаемых. Особенностью этого автопоезда является полноприводный тягач нашей собственной разработки, который за счет привода всех трех осей обеспечивает хорошую проходимость в любых дорожных условиях. Усовершенствования коснулись и кабины машины. В отличие от предыдущих моделей, это имеет улучшенную обзорность, а также тепло- и шумоизоляцию. В начале января автопоезд отправится на свое новое место работы – Верхнемунское месторождение в Якутии. Специалисты завода будут вести ежедневный мониторинг технического состояния и результатов работы машины.